преддверии выходных вечерний Магадан решил узнать мнение наших горожан о том, какая погода нас ожидает, будет ли это сильный ветер. Или прекрасное тихое солнышко. В субботу, 13 ноября, в Магадане небольшой снег с дождем. Температура воздуха от 1 до 2 градусов, тепла. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 736 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 14 ноября, в Магадане небольшой снег с дождем. Температура воздуха от 0 до 4 градусов, мороза. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 737 миллиметров ртутного столба.